Йоу, всем привет, с вами я, Супер. Сегодня будем снимать игрушку под названием Clash Royale. И вы будете в шоке, я сам в шоке. Я сделал 11 побед в сухую. Сейчас будет последняя решающая раунд, значит, класс. Так, окей. Вот, ну да, конечно. Окей, сейчас увидим. Смотрите. Окей. Вот, я не обману, вот это мой аккаунт. Все. Значит, начнем бой. Мой аккаунт основной супер. Это второй аккаунт. У меня на первом аккаунте не получилось это сделать. У меня было вроде 8 побед. Вот, до легендарного сундука я не успел сделать один шаг. Окей. Давайте, все. Вау. У меня есть 3 попытки. Так что ничего страшного не будет. Окей, такая карта, колода. Окей, у нас есть король призрачный. Ну, неплохо он играет, в принципе. Но мы должны выиграть его, это по-любому. Это по-любому, ребята. Ребята, мы должны это сделать. Мы должны. Не я хотя бы должен, а хотя бы мы, вы понимаете? Если мы затащим, это будет просто замечательно. Но пока я не вижу ничего хорошего. У него есть мега-миньон. Моя кладбище скелетов ничего не сделала толком. Окей. Наверное, я бандитку спущу в бой. Потом сзади есть еще королей. Призрачных королей. Так, окей. Наверное, он призрачного короля... Нет, поставил эту Теслу. Окей. Окей. Первый король пошел. Кстати, они очень быстро бегают, на самом деле. Ну, вроде средняя скорость. Может, максимальная. Я не знаю. Яд. Да, яд наносит, кстати. Это очень неплохо даже. Тесла пойдет наша. Я пока не вижу никакого смысла. Блин, я еще, кстати, криво отправил. Наверное, я даже из-за этого случая помогу проиграть. Потому что я отправил что-то глупо. Глупо отправил одну карту. Бревно именно. Лол, вообще прикольно. Да куда ты пошел? Призрачный король. Окей. Это вообще Лола, она отходит, значит. Эх, наверное, даже проиграли, ребята. Но у нас еще есть шанс. Вроде как есть. Но не такой уж максимальный. Я отпустил. Поставил эту карту. Да уж. Но у нас есть очень много шансов, так что ничего страшного. Много попыток. Так что в сухую я вряд ли выиграю. Ну, ничего страшного, ребята. Потому что я не расстраиваюсь. У меня есть другие возможности для победы. Да, я, наверное, не забрал эту башню. Ну да, скорее всего, так и есть. Окей, ничего страшного. Еще есть 2 попытки. Сейчас прикол, 2 попытки я всру и просто минус легендарка. Так, блин. 2 попытки. Все. Окей. Так, 1, 2, 3. Начинаем бой. Так, я собран полностью. Я разговорился, давайте я ничего не буду говорить. И просто разъебу этого Густаво просто на месте. Хорошо. Тут гигант у нас есть. Это, кстати, очень даже неплохо. Что-то я не посмотрел на все карты. То, что, возможно, я и могу и проиграть.
Мне призрак нравится, знаете почему? Тупо его ставишь даже вот сюда, он невидимый такой. Топовая карта. Очень топовая. Массово еще наносит урон. Я вначале не понял, но потом было все ясненько, понятненько. Лол, окей. Ничего страшного, я гиганта, наверное, поставлю. Тактично, более или менее. А сзади хочу я ведьму отправить. Может быть, это была ошибка, может быть, мне надо было отправить миньонов. Я не знаю. Окей, все было правильно. А, нет, нет, неправильно. Я как говорил, надо было миньонов отправлять. Хорошо, ну, бывает что. Ведьма. Ну, вроде как мы еще не проиграли. И он тоже нет. Так, хорошо. Раз удар, два удар. Блин, у него этот гребаный. Раз, два, три. Раз, два. Все нормально вроде. Это я рискованный момент делаю, конечно. Очень рискованный, да. Мне это ничего, в принципе, не дало. Но я попытался, в крайнем случае. Да. Попытка, не пытка. Вторая, второй заход. Так, нам надо ведьму по-быстрому поставить. Хорошо. Хорошо, идем пока. Ах, черт он. А, может быть, это была ошибка. Что-то я много ошибок делаю, ребята. Надо мне сконцентрироваться и затащить. Чувствую, у меня кирдык. Да, скорее всего, так и есть. Что-то туплю, много стою, думаю. Да уж, вторая попытка с урона. Надеюсь, я не накаркал, и третья такой не будет. Так. Тупо давайте барабанная дробь. Я проебал, да. Я проебал, наверное. Я вот это чувствую, но почувствуем, что мы победили. Мы победим. На самом деле, я зря снимаю видео. Если бы не снимал, может быть, я уже давным-давно затащил. What the fuck? Это что за херня, ребята? Ну я первее поставил, я должен быстрее выиграть. Я же первее поставил, давай. Да блин, я же первее поставил. Ну это ничего не решает, на самом деле. Да, ничего не зарешило. Ну только, может быть, один удар в громовержца. Ох. Ну ладно, хотя бы двум игрокам дал 12 побед, кстати. Это неплохо. То есть я не такой уж жадный, да? Я такой добрый. Раздал, значит, всем победы. Ну, кстати, да, правильно, если честно. Если вы можете сделать, лучше раздать победы. Хоть это очень глупо. Ну, чё бы то нет. На. Второй. А это ты зря сделал. Лол, они застопились, лол. What the fuck? Кстати, прикольный момент. Я вообще не понял, что только что было. Столкновение двух королей? Ну, кстати, да. Так, окей. Ну, вроде выигрываем. Я, короче, не буду торопиться, знаете ли. Поторопишься, людей насмешись. Нашмешишь, блин, у меня стресс. Я не понимаю, что мне делать. Ну, вроде выиграл. Самое главное, не торопиться, не тупануть. Да? Может, вторую башню забрать. Но я пока не буду торопиться, я как говорил. У меня есть три мушкетера, у меня все есть. У меня все будет чики-пуки. Хорошо он сделал, на самом деле.
Ну, не хорошо, даже отлично. Молнию что кинул. Ну, не факт, что это ему поможет, на самом деле. Да, не факт. Хорошо. Знаете, у меня есть самая тупая идея, конечно. На 3 звезды выбрать. Это вообще наркомания полнейшая, конечно. Я не спорю. Я глупую, наверное, ситуацию. В такой ситуации-то не надо делать такое-то. Слишком жесткое. Ну, давайте попытаемся на 3 звезды взять. Да, я злой, я злой. Я машина для убийств. Я машина для убийств. Ёканый бабай, ребята. Я в шоке. О! Ух ты, у меня легендарка, у меня легендарка. Ура. Ура, блядь. Ура. Ура, нахуй. Да. Еба. Сори за мат. За мат. Я затащил. Я затащил. У меня легендарка. Это легендарка. Давай. Да, 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 да. И давай еще отсюда легендарку. Нет. Да. Так, давайте ее возьмем. Так. У меня ледяного мага при том, что нету. Смотрите. Смотрите. Лол. Настя, я заснял это все, напишу. Напишу зато двум игрокам. Напишу. Так, ну нормально так на самом деле. Давайте канал им даже скинем. Чего бы нет-то. Так, напишем через полчасика. Так, окей. На этом я буду заканчивать. Хотя бы на этом аккаунте я сделал победу. Я очень доволен. Просто... Давайте даже... Так, не будем заканчивать ролик. Я хочу сделать один бой. Просто посмотрим, как люди будут охуевать, что у меня есть эта легендарка. Ну, может быть, нет. Я не знаю. Ух ты, это все говорят. На самом деле, даже играть приятно. Очень приятно. На такой-то колоде. Просто мы играем по фану, если честно. Все как-то так фаново играют, да? Ну, тут все ошибки делают. Я не знаю. Просто увидели первый раз эту легендарку, наверное, механику не знали. Вот. Я очень доволен. Ну, наверное, мы даже можем проебать, да. Ну, ничего страшного, что. Эх, ну неплохо на самом деле так легендарочку такую взять. Все говорят, ух ты, опаньки там, я не знаю. Очень прикольно. Один удар. Просто невидимка, просто по стелсу убиваем, по стелсу. Так. Ладно, без разницы на самом деле. Абсолютно без разницы. Заберет, не заберет башню, но самое главное затащить. Да, у нас, кстати, зап очень хорошо сработал. Но это пока что нам ничего не дало. Просто кидаем литовар. Конечно, может скелетиков кинуть, да? Нет, он не скинул еще скелетиков. Хорошо. Ну, слабо наносит урон, на самом деле, по рыцарю. Наверное, игроки это видят.
Ну, ну прикольно, что реагируют так прикольно. И мне на самом деле очень приятно, что реагируют так. Типа, я не знаю, я супер популярный, типа, я не знаю. Ладно. Ничего, ничего страшного. Так. Так, не забываем, что надо здесь выиграть еще, кстати. Так что, да, не торопимся. Я торопиться лично не собираюсь. Так, да не собрал, только сейчас затащим. Так, все, кидаем легендарку, кидаем Кулрайдера. Все, кидаем. Тупо затащили благодаря короля, да? Да шучу. Ну, на самом деле, очень прикольно даже. Эх, ладно, сыграли один бой. Я, значит, еще пофанюсь, поиграю чуть-чуть. Я так-то очень доволен. Все. Блин, да супер называется. Супер. В YouTube пиши. Все, короче. На этом я буду заканчивать. Если вам понравился этот ролик, надеюсь, вам очень сильно понравился, потому что вы видели, как я затащил, как двум игрокам дал победу. Да, вот, этим двум игрокам. Ну, ничего страшного, зато у них зато есть король, и у меня есть король. И, да. На этом я буду прощаться. С вами был я, Супер. Если вам понравился этот ролик, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Еще можете подписаться в группу ВКонтакте и подписаться на мой лайв-канал. Все ссылочки в описании ролика. Всем удачи, всем пока-пока.